Проект межвузовского кампуса «Кузбасс» предполагает создание северо-кузбасского и южно-кузбасского филиалов. Инфраструктура кампуса будет доступна для студентов всех вузов региона. В Новокузнецке основой для кампуса станет СИБГУ, а студенты филиалов КемГУ и КузГТУ смогут пользоваться новыми объектами во время обучения. Идея мягкой силы через реализацию кампусной истории и тесной коллаборации, наверное, имеет право. Первый шаг должен быть за этим, особенно если учесть, что федеральное министерство готово взять на себя обязательства в размере 50-60% профинансировать. Нужна лишь генеральная идея, и я думаю, что в Кемерово она уже сформирована. Есть понимание, откуда возьмется новый контингент и студентов, привлеченных сотрудников. На межвузовском пространстве студенты смогут комфортно жить, получать качественное образование, иметь возможность уже сейчас получать опыт в будущей профессии и начинать трудовую деятельность на этапе обучения. Кампус охватывает две наши столицы, южная агломерация и северная агломерация. И таким образом он охватывает весь регион через эти агломерации. Почему я хочу на этом акцентировать? Потому что все остальные кампусы – это кампус города. У нас кампус региона. Это важно об этом сказать. Готовый проект направят на рассмотрение в российское правительство для включения в нацпроект «Наука и университеты».